Всем привет, ребят, меня зовут Риха 317, и сегодня, ребята, подписчик попросил, чтобы я ему сделал ремонт. Но я, конечно же, ему не отказал, и поэтому сейчас я ему буду делать ремонт. Так, иди погуляй, пока я буду делать ремонт. В принципе, у него полностью пустая квартира, у него здесь ничего нету. Ну, зато она довольно-таки большая, поэтому будет что здесь понастроить. Так, ну что ж, начнем сначала. Давайте возьмем наш кварц. Ну и что еще можно взять? В принципе, пока что все. Так, ну давайте сейчас выломаем сначала балкон. Так, я думаю, каких он размеров будет? Примерно вот такой, может. Или еще в блок больше. Какой-нибудь вот такой, может. Не, давайте даже еще один блок сделаем. Так, давайте издалека. Не, издалека как-то не очень смотрится. Давайте один блок, в принципе, уберем. Так, поздороваемся с подписчиками. Ну и давайте, в принципе, сейчас все это ставить в стекло. Наше всеми любимое стекло. Все, так у нас классный балкон получился. Так, да, я записываю видео. Так, что же теперь? Теперь, ну, нам нужна, естественно, стеклянная дверь. Давайте ее как-нибудь вот так поставим. Во, все, классная дверь. Все, и теперь давайте разграничим нашу комнату, наверное. Да, в принципе, так, про что? Про ремонт подписчику. Я снимаю видео. Ну все, в принципе, можно декоранить квартиру. Так, все. В принципе, давайте уже ее в конце концов граничить. Я думаю, даже не могу решить, где наша будет спальня. Так, где вид покруче будет, там или здесь? Здесь вид на вокзал, а там? Не, мне кажется, здесь все-таки вид лучше. И тем более около балкона. Давайте здесь сделаем спальню. Так, ну все, давайте, в принципе, здесь все быстренько сейчас застроим. Такая вот стенка у нас будет. Ну, а в спальне я подготовил кое-что довольно-таки крутое. А точнее, крутую кровать. И это будет очень крутая кровать. Я вам говорю. Так, все, давайте ставим дверь. Ну и, в принципе, все, давайте сюда войдем. В принципе, небольшая комната, но для спальни... В принципе, пойдет. Теперь надо решить, где у нас будет кровать. Так. Надо взять две рамки и два бетона. Вернее, цемента. Так, здесь может. Хотя не, там будет дуть. Давайте, в принципе, здесь. Да, ребят, в принципе, здесь нормально. Ставим так вот два этих бетона. Вернее, это цемента, постоянно их путаю. Берем две синие кровати. Теперь берем поршень, блюстоун блок. Ну или редстоун, если вы в Майнкрафте. И мои подписчики меня всегда находят. Как вы это делаете? Хотя, блин, у меня же ник виден на всех серверах. Ёшкин кот. Ну да ладно. Ребята, я, конечно, понимаю то, что вы хотите попасть в ролик, но, пожалуйста, не надо мне мешать снимать. Я же снимаю, в конце концов, для вас. Поэтому, ребят, не мешайте мне, пожалуйста. Так, теперь давайте поставим такой вот столб. Вернее, у нас их будет аж 4. Так, ты в видео. Да, мой подписчик в видео. Здесь мы ставим вот такую вот листву. Так, да, вот так вот листву мы ставим. И, в принципе, вот так вот окружаем нашу кровать. Так, привет-привет, подписчики. Ну, пожалуйста, не надо мне мешать снимать. Делаем еще один вот такой вот столб. Опять вешаем листву. Ну и, в принципе, что еще? Так, не мешайте мне, пожалуйста, записывать ролик. Так, ну, в принципе, что? Давайте заставим сейчас это все листвой. Та-дам! Вот у нас практически уже готова кровать. Теперь обязательно телевизор. Как же без телевизора в спальне? Ёшкин кот проснулся.
включил телек, посмотрел ютубчик. Да, ребят, посмотрел «Гриха 317». Пошел там позавтракал, но гостиную я уже обустрою чуть-чуть попозже. А сейчас берем вот такой вот кофейный столик. Откуда вы здесь взялись? Как вы сюда зашли? Как вы сюда через балкон зашли? Ладно. Допустим, что я этого не видел. Все, ребят, в принципе, что? Телевизор я уже в гостиной сделал. Давайте обустраивать саму гостиную. Берем вот такие вот столы, самые обычные, березовые. Так вот их ставим. Теперь сюда ставим вот такие вот кресла. Все-таки решил то, что стулья это будет слишком банально, но я же как-никак делаю ремонт своему подписчику, а не какому-то там хейтеру. Хотя хейтеру я, скорее всего, сделал бы гипер ужасный ремонт. А здесь подписчику надо делать хороший ремонт. Как-никак он мой подписчик, за лайк и подписку я готов сделать супер-гипер-мега-шикарный ремонт. Так, теперь ставим сюда верстаки. Вот так вот будем окружать нашу печку и сундук. Все, и здесь я хочу сделать кое-что. Ну, не знаю, крутое это, не крутое, пишите в комментариях. Берем бетон, берем стеклянную дверь. Так, сначала дверь, теперь ставим ее. Так, нет, не вот так, вот чуть по-другому. Ставим ее вот так, открываем дверь и ставим сюда бетон. Все, у нас получился типа холодильник. В принципе, неплохо. Так, ну, в принципе, с гостиной все. Теперь надо сделать небольшую чил-зону, как бы здесь, знаете, в PlayStation поиграть, телевизор посмотреть. Ну, то есть, ребят, ну, вы знаете. Сюда ставим диван, кресло. Так, ну и, естественно, сам телевизор. Как же без него? Я думаю, где же я буду играть в PlayStation? Конечно же, на телевизоре, в моей чил-зоне. Ну, вернее, не в моей, а в чил-зоне подписчика. Так, ставим вот такие вот прикроватные столы или кофейный столик. Я уже не помню, как это называется. Знаете, так прикольно, сидишь на диванчике, играешь в плойку. Прикольно. Так, ну я думаю, что? Я думаю, в принципе, с гостиной все, но чего-то не хватает. Ну, конечно же, как я мог забыть? Конечно же, цветы, это же самое главное. Поставить сюда такие вот подсолнухи прикольные. Так, на балконе. Не, на балконе, я думаю, они помёрзнут, потому что, как-никак, сейчас уже осень, ноябрь на дворе. Ну и, в принципе, куда еще можно поставить? Сюда в уголок, в принципе, можно. А, ну и на холодильник, в принципе. То есть как раз такое пустое пространство. И вуаля, ребята, вот такая у нас классная квартира уже получается. Ты откуда взялся? Привет, конечно, подписчик, но, блин, пожалуйста, не надо мне мешать снимать. Ну, в принципе, все. Ребята, вообще подписчики меня просто находят, даже дверь обсидианом заставлял. Что ж, ребят, к сожалению, у нас подписчик вышел из сети, поэтому его реакция, скорее всего, записать не смогу. Скорее всего, уже не успею, но все равно ремонт-то я сделал. Всем, ну что ж, ребят, если вам понравилось видео, поставили лайк и подписались на мой канал. На своем был я, Гриха 317. Всем пока-пока.